модели Кара Делавинь в Инстаграме 6 миллионов подписчиков. Объект всеобщего поклонения – ее широкие густые брови. Если вы не можете похвастаться природной густотой бровей, самые современные специалисты помогут решить эту проблему. Полуперманентное восстановление бровей или попросту наращивание бровей – это современная процедура, разработанная для тех, кто понимает, выразительные густые брови – визитная карточка лица. Создать ее для лица нашей героини мы доверили опытному специалисту. Эта процедура достаточно новая у нас в Молдавии. Идеально подходит девочкам, у которых проблемы с ростом волос или неправильная форма. Вот нашей героине мы провели такую процедуру, так как у нее неправильная форма. Эффект очень натуральный, натуральных бровей. Тем, как начать эту процедуру, мы откорректировали форму бровей методом твитинга, для того, чтобы было удобнее нанести все средства и создать красивую форму. Наращивание бровей или полуперманентное восстановление бровей фиксируется на специальную базу, которую наносится непосредственно на кожу, или на свои же мелкие волоски, можно так назвать, бэбики. В этой процедуре нет абсолютно никаких противопоказаний, кроме каких-то аллергических реакций, вот можно так сказать, но пока что не наблюдалось. После наращивания желательно не мочить эти брови, естественно, чем аккуратнее к ним относиться, так как очень много волосков было приклеено непосредственно на кожу. Эффект очень натуральный, эти брови не нужно причесывать, не нужно красить, и чем меньше их трогать, тем они больше сохранятся. Брови являются главной составляющей лица, можно так назвать, являются стрелками лица. Поэтому, если что-то, вы чувствуете, что не то с вашими бровями, вам не нравится ваша форма, можно всегда откорректировать современными средствами.